Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной интересный обзорчик. Нестандартный обзор. Качнул я тыковку на тридцатку. Вам ее не заснимал. То есть у меня два таких таланта исцеления и воодушевления. И решил я сегодня потрешивать и попробовать новый наш талантик, который у нас есть. И не только его на тыковке. Попробовать, как она уходит в инвиз, потому что, ну, тыква, по сути, это не пвпшный герой, это герой для фарма. И реально он используется на подземках, там, на волнах, на архидемоне. По локациях я вам его не покажу, что этот герой может, но постараюсь показать вам сейчас на других локациях. Только мы сделаем, найдем сейчас, в принципе, мы утекание можем и так найти на тыковку, поставить утекаху, чтобы был отхил. Ну, интересно просто на максималке уже выжать максимум с нее по отхилу по всему. Так, ее еще и надо от стана обезопасить чем-то. В общем, сейчас потрешуем с вами. Так, давайте 28 коробок. И идем тестировать. Если не выпадет, поставим так, с того, что у нас есть. Кстати, изворотливость тоже неплохой вариант для тыквы. Ну, дадите вы нам утекание или нет? Не хотят. Самые топовые два таланта, вот это то, которое вы у меня увидели, потом идет изворот, потом идет берст, так, железная воля, но это немножко не то, что нам надо, хотя тоже очень неплохо было бы для нее. Выживание, в принципе, давайте поставим сейчас как вариант. Интересно тоже будет, да, посмотреть на тыковку с выживанием. Эмблемка новая у нас есть. Вот давайте ради интереса такой тест сделаем. 30-я. Атаки жизни, как видите, дофигища здесь. Так, убираем. Ставим сюда ангела. Пиромах у нас будет. И давайте поставим новую эмблемку сюда. Ради теста. Вот такая вот сборка. Вот так вот она у нас будет выглядеть. 30-й прорыв. Нестандарт полный. Поехали посмотрим, что она может. Ну, в рейде сейчас нас просто сольют. Мы пойдем по фарм локациям. Хотя, в принципе, смотрим. Нифига себе, посмотрите, что она делает. Она уходит в инвиз, ребят. Это реально прикольно. Плюс выживание от хил дает. Жесть. Так, ну там уже Фрея подключилась. Ну с инвиза просто круто смотрится она. Развод мы получили. Супер. Блин, круто. Вот этот трешечок. Так, Анубис, блин, вот классно было бы, чтобы она сейчас... Ай, слили ее. Ну, треш прикольный. Короче, ладно. Поехали на фарм локации. Где-то такие. Поехали на экспедицию.
Сейчас я только обновлю. И уберем смотрителя, чтобы у нас не было. Разгона у нее, понятное дело, очень мало, то есть в этом плане это все будет очень печально. Но самый большой плюс, конечно, то, что она уходит в инвиз. Надо просто утекание будет сейчас потестировать. Посмотреть, как с утеканием она будет на разгоне. Так, все, хрона она слила. Разогналась. И пошла, пошел трэш с инвиза, ребят, посмотрите, что она делает. Офигеть. Ну, короче, первого мы пришли. Знаете, вот никогда не думал, что тыквой можно будет просто веселиться так. Так, поехали дальше. Сборка с выживанием, в принципе, дает ей отхил неплохой. Так, они там тоже, судя по всему, разогнались. Ай, слили ее. К сожалению. Так, хорошо. Идем на подземке. Вот на подземках будет самое то посмотреть. Так, только, наверное, сейчас подумаю над сборкой. Вместо ангела поставим слона, чтобы вообще стана по нам не проходила. Ну, практически. Ну и мисс или плюс. Давайте начнем с нашей любимой подземки. Еще один минус, она не будет в инвизе получать дополнительные, скажем так, бонус от полученного урона, то есть от башен и всего, ее будут не будут так быстро заряжать. То есть в этом плане, может быть, воодушевление будет получше. Вот видите. Ну, интересно, интересно, что она сможет тут соло сделать. Ну, конечно, можно было и не пиромага поставить, но пиромаг нам тоже, в принципе, тут в помощь. Потому что он дамажит нехило так на такой сборке. Работает пока новый талантик у нас. Пока ее немножко не подсольют. Пиромах дамажит неплохо так. Так, вот теперь самый сок. А, у нас там смотритель еще бил. Они ее не пробивают даже толком. Но она неплохо так выдает. Так, ладно, на 100% прошла. Хорошо. Давайте посложнее попробуем. 5. Ух ты, слили. Кстати, давайте уберем тоже смотрителя отсюда, чтобы не было смотра. Так, что у нас тут красный, красный, красный. Ну,
Поехали попробуем. Так, вот она ушла в инвиз. Пока она уходила, далековато она забежала. И все. И на этом все закончилось. Она ушла в вечный инвиз. То есть такое вот. Не очень. Видите, 30-й вроде и прорыв. Ну, в любом случае, вы ее используете на архидемоне и на волнах. Больше нигде. Ну, там еще какие-то локации. На битве гильдии вы уже ее использовать особо не будете. Ну, вот по отхилу у нас, видите, выживание вроде как бы и тащит. Но вот все равно подслили ее. Давайте попробуем утекание. Мне интересно попробовать ее с утеканием. Сейчас я гляну, что там у меня по... О, отлично. Вообще просто изи ее разобрали. Ну, 216 тысяч отхил, я вам скажу, это неплохо. Все равно сливает. Это будет, конечно, прикольно, если тыква соло прошатает. Единственное, и знаете, вот ей надо разогнаться хорошо, где-то закрепиться. У нее, по сути, все равно сливает. Все равно ее сливают. Хорошо, попробуем другой вариант. Давайте. Давайте попробуем такой вариант. И... выживание у нас немножко обезопасит. Видите, 30-й прорыв, вроде казалось бы, да, сейчас будет тут разрыв, это тыква, но все равно герой оно не идет. Все равно мы получаем очень много дамага, входящего урона. Можно еще ангела сейчас попробовать. Давайте попробуем еще с ангелом и с панчбоксом. Может, в такой сборке она будет повеселей. Тут, в принципе, панчбокс должен выносить дофига сам соло. Где наш... Бум-бум-бум-бум. Блин, где наш тыква? А, вот она. Давайте первое ставим ангела. Ну и плюс надо учитывать то, что она тут в инвиз не уходит, у нее разгона немного. Но вот видите, уже стан. То есть уже у нас есть проблемы. Нас станет. Давайте еще разок. Можно и железку попробовать, как вариант. Там каких-то пару секунд у нас будет экономии времени. Ну вот видите, что творится. Без слона вообще не вариант, мне кажется. Либо сейчас железную волю поставим вместо выживания. Давайте поставим уже для теста панчбокса. Ну, с панчем, конечно, тут повеселее, но все равно сливается. Она стоит в стане, она обездвижена. То есть это у многих героев проблема. Был бы у нее иммун. Хотя, как ни странно, она должна первые секунды там тащить. Такс. Пробуем железную волю. Железка даст ей немножко атаки дополнительно, 90% для панчбокса и возможность разогнаться.
Возможно, когда она разгонится, будет какое-то преимущество. Вот она пошла. Тащи! Хорошо. Короче, так у нас не идет. Не вариант. Пробуем по-другому, берем магию. Сейчас разгоним, потом будет видно. Так, давайте вот так, так. Тут панчбокс нам мешает в плане разгона. Потому что он, видите, она не успевает сливать, она не успевает разгоняться. Убираем панчбокса. Ставим ангела. То есть соло она, к сожалению, тащить не будет, но зато мы повеселились, посмотрели. Такс. Смотрим в такой сборке. Вот, пошел разгон, отлично. Так, блин, кинул я магию немножко не туда, поспешил. Ой, да поспешил я. Пиромах. Так, ну что у нас, ребятушки? Как думаете, затащим? Будет шанс? Сейчас просто пройдет этот стан. И все, и нас просто застанет и сольют как нубов. Вот то, о чем я говорил. Ай, чуть-чуть не хватило у нас, обидно. Давайте попробуем с черепа разогнаться. Может, там получится. Давайте сначала без магии. Просто разгон наберем. Все-таки у нас утекание. Видите, даже утекания не хватает. Девятого. Не выдерживает она урон. Нету у нее дефа. ССО, конечно, было бы поинтереснее. Он бы даф не проходил. Теперь давайте с магией пробуем. Вот вроде она разгон получила, на черепе там разогналась, она черепа только слила. Сейчас пока она дальше добежит, ее остальные другие сольют, наверное, скорее всего. Ну, шанс, конечно, есть. Смотрим. Хотя бы на две звезды, знаете, пройти было бы уже очень круто. Не, все. Просто Unreal какой-то. Вот вам 30-й прорыв. Но, к сожалению, давайте попробуем еще такой вариант с магией. Ну, тут стан сейчас, я думаю, вряд ли мы даже разгон получим. Ее просто слили. Поехали еще ради интереса на арену сбегаем. Правда, тут у меня такие противники. Сейчас попробуем что-то попроще. Это называется попроще. Вот она ушла в инвиз, а дальше все просто жесть. Не вариант, короче. Ладно. Вот такой вот, ребятушки, герой. Пишите в комментах, что вы думаете по поводу тыковки. И, как видите, 30-й прорыв для нее это, к сожалению, немножко не то. Да, она классная, все, но для нее это просто чисто усиление статистик. Она как была вспомогательным героем, так и есть. Все. Всем удачи, всем пока.